Конечно, тяжелая игра, они очень хорошо играют в обороне, и мало что давали создавать. Хорошо, что вначале резервировали свои моменты и продолжали оказывать давление на соперника, продолжали не давать им ничего создавать. Я думаю, что сегодня очень хорошо сыграли в обороне, практически не дали им шансов забивать. Что можно по поводу первого гола сказать, потому что был просмотр? Насколько вы были уверены, что он будет шайба защитным? Я считаю, что мы вратарю не мешали, шли на ворота просто, и там защитники сами толкали ребят во вратарскую зону, поэтому я считаю, что гол был защитным правильно. У многих команд непростой график, игры через день у нас в том числе. Где находите силы? Потому что, считай, и эмоции в первую очередь было сделано дерби с Акбарсом и практически тут же матч в Сибири через день. Да, никаких секретов нету, как тренера говорят, надо уделять много внимания своей, то, что ты делаешь вне льда, и правильно отдыхать, правильно питаться. И в этом, я думаю, задел успеха. Классную акцию вы придумали, селфи. Насколько вам вообще, откуда идея пришла и насколько вам понравилось? Да, так идея просто пришла в голову. И, конечно, было очень классно. Не ожидал, что будет столько желающих. Практически, да, пока машина заливочная не вышла, уже фотографировался с болельщиками. Очень приятно было. Вам даже пришлось немножко поторопиться, я так понимаю, да? Да, пришлось даже. Не все успели. На следующей игре продолжим. И в завершении сегодня Илья Ежов с Сухарем, несмотря на то, что мало бросков. Что скажете об его игре? Да, Ежик молодец. Помог нам. Мы помогли ему. Очень приятно, что он сыграл на ноль. Давно не играл, поэтому старались ему помочь, старались ловить броски на себя. И, конечно, он нас тоже сегодня выручал.